Всем привет, с вами Вольф, и я опять показываю свои рисунки. Ну, ладно, это как-то надоедает, но у меня их дофигища. Дофигища. Не, правда. Наверное, в пятой части моих рисунков я все рисунки покажу. Пока четвертая часть. Вот это Бонни Наркоман. Вот так. Накурился. Этот вы видели рисунок, я прикололась там. Этот вы тоже видели с новыми аниматрониками. Это вы тоже видели. Но на этом рисунке мой рисунок... Ну, мой... Короче, мое видео кончалось. Это типа... Опа, говностайл. Я себя рисовала. Это прикол такой. Я и Милка Дыняш. Это я, это Милка Дыняш. Ну, как бы, Милка Даняш хочет быть Фокси, а я хочу быть Манго, но так как в приколе про Бонни и Фокси, ну, ничего, идет. Это Сахарок, ну, ничего такого, не обращайте внимания. Это типа мне пофигу, я себя рисовала, не Милка Даняш. Это тоже прикол. Так, это я работала над этим рисунком 15 минут. 15 сложных минут. Потому что Чика... Ну, вообще, Бонни я рисовать прекрасно умею. Фредди прекрасно. А вот Чика ее клюв задолбал, честно говоря. Дальше это Манг. Попугайчик самый милый. Дальше тут Паппет, но он некрасиво получился. И вообще первый Паппет в жизни. Дальше это Фокси. Так, снял свой крюк. Это Селвич или Спрингтрап, как его там называют. Но 100% не Золотой Бонни. Это на конкурс... Сейчас, подождите. На конкурс канала Волчица. Кавычки. Да, английская. Кавычки. В описании, ну, скажу, какое видео. Она там себя показывает. Вот такой. Нарисовать своего аниматроника и себя. Своего любимого аниматроника и себя. Ну, я еще один сделал на конкурс, но он у меня не получился и не до конца. Манго какая-то. Наркоманка тоже. Ну, все, это все мои рисунки в этой тетради. Ну, что поделать. В этой тетради только. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.